Всем огромное приветствие, меня зовут Дарфлэй. Костя, скажи привет. Всем привет. И в этом видео мы вам расскажем подробнее, как играть с другом. Потому что вы завалили просто комментариями, как играть с другом, хотя это видео у меня уже на канале есть. Но все равно мы вот решили еще раз снять. Для тех, кто не смотрел видео, ну также появится сейчас подсказочка с плейлистом, где есть помощь про Los Angeles Crimes, там как играть в редакторе, как играть с другом, еще что-то, да? Так что обязательно переходите по этой подсказке. Ну что, Брула, давай объясним. В общем, смотрите, как надо играть. Вот, смотрите, первый шаг. Вам надо взять, да, вот так вот включить ваш интернет и раздать точку доступа. Потом ваш друг заходит также и нажимает на кнопочку Wi-Fi. Если вы уже раздавали когда-либо интернет, и ваш друг, ну, у него уже пароль есть, то у вас подключится сразу. Да, как у меня. Подключилось? Да. Вот. А если вы не раздавали, то вы нажимаете вот сюда вот. Ну, там сейчас стрелочка появится. И вводите просто пароль от вашей точки доступа. Ну, я думаю, все знают, как раздавать точку доступа. Потом выбираете любую карту, давай, допустим. Нажимаете «Играть», а ваш друг нажимает также «LAN» и нажимает «Зайти». Все, ну давай. Ну, давайте еще сделаем. Еще убрал звук. Ну вот, и Брутал у нас подключился, ты где? Я... Сейчас я подъеду к этим... Брутал, сделай потише, у тебя там орёт, я аж слушаю. Ну и в общем, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если мы вам хоть чем-то помогли, да, Брутал? Как только мы набираем, давайте, 12 лайков, то мы сразу же с Бруталом выпустим новое видео, да? Да. Ну и в общем, ребята, с вами был я, Дарфлэй, Костя, скажи пока. Всем пока-пока. Всем пока.